Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Kunja Bihari, Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Kunja, Jaya Gopi Jana Balabha, Jaya Giri Varadhari, Jaya Gopi Jana Balabha. Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yashoda Yashoda Nandana Vraja Janaranjana, Yamuna Chiravana Chari, Yamuna Chiravana Chari, Yamuna Chiravana Chari, Yamuna Chiravana Chari, Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Radha Madhava. Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giri Varadhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giri Varadhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yamuna Chiravana Chari, Yamuna Chiravana Chari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jay Jagannath, Jay Baladev, Jay Subhadra. Jay Jagannath, Jay Baladev, Jay Subhadra. Jay Garanitai, Garanitai, Jay 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 Prabhupat. Prabhupat, Prabhupat, Jai Jai Prabhupat, Jai Jai Prabhupat, Prabhupat, Jai Jai Prabhupat. Krishna Kirtana ki, Harinam Sankirtana Yagya ki, Marathon Prabhupada ki, Gaur Premananji. Гранта-рад Шримад-Бхагаватам ки. Ом намо Бхагавате Васудевайам. 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 Ом намо Бхагавате Васудевайя. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 12. Друг Махарадж возвращается к Богу. Стих 46. Шрутва. Этот. Шраддхая. Абикшнам. Ачюта. Прия. Чештитам. Бхавет. Бхакти. Бхагавати. Яя. Сят. Клеша. Сангшая. Шрутва итат шрада я бикшнам. Шрутва итат шрада я бикшнам. Ачюта приячешти там. Ачюта приячешти там. Бавет бхактир бхагавати. Бавет бхактир бхагавати. Яя сят клеша сангшая. Яя сят клеша сангшая. Шрутва итат шрадая бикшнам. Ачюта приячешти там. Бавет бхактир бхагавати. Яя сят клеша сангшая. Это же может быть.
Шрутва. Слушая. Этот. Этот. Это. Это. Шраддая. Шраддая. С верой. С верой. Абикшнам. Абикшнам. Постоянно. Постоянно. Ачюта. Ачюта. Всевышнему Господу. Всевышнему Господу. Прия. Прия. Дорогого. Дорогого. Чештитам. Чештитам. Деяния. Бавит, развивает, бхакти, преданность, бхагавати, высшей личности Бога, яя, который, сьят, должен быть, клеша, страданий, сангшая, конец. Перевод. Кто вновь и вновь слушает это повествование о Друве Махараджи и с верой и преданностью старается понять его чистые и возвышенные качества, тот обретает чистую преданность Господу и посвящает себя чистому преданному служению, что дает ему возможность избавиться от тройственных страданий материальной жизни. Клеша. Страдания. Какие бывают клеши, кто знает, тройственные, это что значит? Да, точно. Значит, адибаутика клеша, да, это страдания других живых существ, начиная с комаров, кончая с соседом по ашраму, так сказать. Адидайвика – это страдания, которые насылают полубоги через эти все стихии, то мороз, то жара. И адьятмика – это адьятмика клеша, это страдания от своего тела, ума. И если там по карме еще как-то можно миновать страдания двух предыдущих видов, то, как правило, страдания от своего тела и ума не удается избежать никак. Вот единственное средство здесь говорится, что бавит бхакти бхагавати. Ясят клеша санкшая. Единственный способ. Это мы еще обсудим, как это происходит. А Шрила Прабхупада в комментарии говорит, в этом стихе надо обратить особое внимание на слова «Ачюта Прия». Это бессменный президент киевской ятры. Ачюта Прия Прабу. Надо обратить внимание на, конечно, эту личность, потому что я думаю, что он начал повторять Харе Кришна еще где-то в году 80-м, наверное. Мне кажется, он в армии служил тогда. Вот, и с тех пор он бессменно руководит ятрой. Это беспрецедентный случай, по-моему. И Шрила Прабхупада это слово «Ачюта Прия» объясняет таким образом. Величие Друвы Махараджа заключалось в том, что он был дорог Ачюте, высшей личности Бога. Ачюта Прия. Ачюта – это одно из самых популярных имен Кришны, которыми Арджуна называет, да, его в Бхагавадгите. Там чаще всего Ачюта. Ну, Кришна чаще всего, но также Ачюта очень часто используется в Бхагавадгите, и это такое значащее имя Ачюта. Это подразумевается, что Кришна не подводит преданных своих никогда. Ачюта. И Ачюта при, соответственно, в Бхагавадгите это Арджуна вообще-то. Имя Арджуны. Но вот здесь мы узнаем, что это также Друву называли Ачюта Прия. Рассказы о деяниях чистых преданных Господа также услаждают слух и обладают такой же силой воздействия, как и повествование о самом Всевышнем Господе. Кто
кто вновь и вновь перечитывает эту главу и постоянно слушает о славных деяниях Друва Махараджа, может достичь совершенства в любом деле. И что самое главное, получает возможность сделаться великим преданным. А стать великим преданным, значит положить конец страданиям материальной жизни. Вот Шрила Прабхупада уточняет вот это благословение, вот как положить конец всем страданиям. В действительности надо стать великим преданным. Не просто преданным, а великим. Великим преданным. Это уже идет сейчас второй стих Шрути Пхалы, так называемый. История Друва Махараджа уже рассказана. Кто-то помнит, кстати, кем она рассказана вообще? Кто кому рассказывает эту историю Друва Махараджа? Майтрея Риши, да, пересказывает. Видури рассказывает это. Вот, и в конце полагается читателям, слушателям объяснить Шрути Пхал, так называемые плоды слушания, что принесет вот это их слушание. И в первом стихе Шрути Пхала здесь, предыдущем, там обещалось богатство слушателям. Если кто будет слушать, только, правда, тут особые условия, конечно, тут надо абикшнам постоянно слушать, каждый день. Вот. И шрадая, с верой надо слушать. Все вот эти невероятные события надо полностью принимать, если только слушать, не исключая ничего. Знаете, как мы обычно слушаем, там мы автоматически отбрасываем вещи сомнительные на наш вкус. Так. Но здесь имеется в виду без цензуры, так сказать, слушание. Все, принятие полностью. Вот, и тогда, да, там говорилось в предыдущем стихе, будешь богатый тогда. Я, по-моему, рассказывал эту историю, как один человек интересный в 90-м году, по-моему, он начал приходить к нам на колхозную, в первый наш храм в Москве. Вот. И он был тогда студент, ну, так, что называется, заушное образование, за уши его тащили, там он учиться не любил, там его папа бил армейским ремнем пряжкой по голове, поэтому он особого рвения в учебе не проявлял после такого воспитания. Вот. И, значит, но зато он, не знаю, благодаря этому или еще благодаря чему, он был простой, понимаете, человек. И он услышал, что конкретно говорится, будешь богатым, если будешь каждый день эту историю слушать. И он, будучи простым человеком, он принял все это на веру, так сказать. Ну, значит, богатым в его представлении это было очень даже хорошо стать. Он, кстати, со мной этими планами делился, стать богатым. Но я тогда не представлял, как вот после такого воспитания, так сказать, и будучи весьма, так сказать, человеком недалеким, как он может быть богатым. Но он начал применять вот это средство. И я ему еще там доставал специально разные версии Друва Чариты, потому что в Пуранах есть варианты этой истории, и даже не только в Пуранах, даже в Чайтанья Мангале рассказывается, как Господь Чайтанья тоже рассказывает историю Друва Махараджа своей маме перед принятием саньясы, и там другая версия, не Бхагаватам. Вот, это много версий существует. И я вот тоже собирал, там ему тоже посылал. Он английский знал, там на английском, значит, он читал это все вот, регулярно. И я все думал, как он будет богатым. А вот там он, будучи простым человеком, он
понял, что вот еще вот надо жертвовать обязательно что-то. Поэтому он старался все нам что-то приносить в пресс-центр. Я помню, приносил там картошечки, там яблочки. Там. И особенно почему-то он специализировался на средстве для мытья посуды. Вот это он нам регулярно приносил. И я все думал, как... Я даже немного беспокоился, как бы у него не рухнула вера в Шримад-Бхагаватам. Вот. Как он станет богатым? Я думаю, невозможно, казалось бы. Но однажды к нам в пресс-центр пришел тоже не менее интересный человек, который руководил знаменитой финансовой компанией «Према-Инвест». Если кто-то знает историю 90-х годов, вот это очень знаменитая финансовая компания, причем оказывается, в мире знаменитая. Я вот не ожидал тоже, что однажды в пресс-центр позвонил корреспондент не больше, не меньше Wall Street Journal and World Report. Очень солидная газета американская. Вот. И попросил меня связать с, значит, как они называют, с брокерами этой компании финансовой. Говорит, о, очень у вас успешная, там есть компания такая, давайте. Мы о ней напишем. Вот. И, значит, директор этой компании взял, да, они там встретились вот с этим верующим, у меня в пресс-центре они встретились, и директор компании по доброте душевной этого верующего устроил там к другу. У него друг работал в государственной компании по управлению рынком ценных бумаг. И он устроил этого верующего туда, и верующий стал богатым, представляете, и стал жертвовать уже солидные суммы. И интересно, что он жертвует до сих пор, это примерно где-то, значит, с 91-го, вот посчитайте, сколько лет. Не знаю, правда, читает ли он до сих пор историю Друва Махараджи, но факт остается фактом. Тут на днях я слушал запись лекции Госвами Махараджа на фестивале в Латвии. Он там тоже о Шрути Пхале говорил. И говорит, значит, выходит, Бхагаватам не врет. Все точно. Вот это как раз еще одно свидетельство того, что все точно. Вот. Но в сегодняшнем стихе, конечно, тут обещаются большие блага, чем просто быть богатым. Вот здесь уже говорится о вечных благах, которые человек может получить. Не знаю, было ли это причиной того, что Господь Чайтанья слушал эту историю 100 раз, как говорят. Вновь и вновь он слушал историю, когда он жил в Джаганатхапуре и Бхагаватам читал Гададхар пандит. И вот он вновь и вновь хотел слушать Друва Чарита и Прохлада Чарита. Две истории с Бхагаватам. Не Раса Панчадьяя, не эти 5 глав про Расалилу из 10-й песни, а историю Друва и Прохлады. Потому что есть разные уровни слушания. Ну, прежде всего, есть слушание в гунах, мы знаем. Так, слушание в тамагуне, например. Нам всем известно метод слушания, да? Метод – это сначала закрыть глаза. Сначала. Первый этап. Так. Второй этап слушания в тамагуне, значит, это опустить голову смущенно, так сказать, стыдливо опустить голову. Я уже рассказывал, как однажды я обнаружил, что я носом давлю на пуговицу курты. Вот я повторить этого не могу сейчас. Сейчас, как бы я ни старался, я бы не смог этого сделать. Но гуна очень сильна, понимаете, гуна могущественна очень. Она может человеку, что называется, скрутить его в бараний рог. И в раджа-гуне слушание под специфическим таким углом зрения
извлечение пользы, значит, что мне будет с этого. Сатва гуня тоже есть слушание с целью очищения, это самый лучший вариант и в гунах. Вот, но Господь Читания, конечно, слушал не в гунах, даже не в сатва гуне. Вот, есть особый вид слушания, когда слушатель улавливает особую волну, которая содержится в Бхагаватам, если можно так выразиться, скрытый смысл, потому что Господь Чайтанья предпочитал слушать эти истории, находясь в настроении Радхарани, которая переживает трудности встречи с любимым, что ее там сторожат дома, свекровь сторожит по имени Джатила, точно. А как называется сестра мужа? Заловка, да? Нельзя? Заловка, по-моему, называется. А ее как зовут? Кутила. Два стража были. И вот трудности вот эти, которые приходится преодолевать, вот это резонировало у Господа Читания с аскезами Дхрува Махараджа. На что он шел, чтобы увидеть Господа. Так, мотив был другой, конечно. Ему просто сказали, что хочешь царство, ты должен повидаться с Господом и свою просьбу изложить. И он ради этого совершал свои невероятные аскезы. Но здесь, видите, в стихе говорится, что надо размышлять над возвышенными качествами Дхрува Махараджа. И даже вот на таком как бы предварительном этапе его истории он уже проявил определенные возвышенные качества, на которые стоит медитировать, то есть чтобы их перенять реально. Вот это прежде всего гуру бхакти, это то, как он воспринял наставление Нарады Муни. Вот. Фактически само явление гуру бхакти он продемонстрировал уже в том, что сразу послушался мамы. Мама сказала ему, что обычно с Господом встречаются в лесу. Вот сейчас у нас тоже очень удачная такая возможность. У нас в лесу находится ашрам Гитанагари. Как раз он в лесу. Вот. Если кто хочет встретиться с Господом, он должен туда приехать. Там очень легко это. Вот. И вот такое у него было, видите, отношения, что потом Нарада Муни встретился ему, дал ему мантру, сказал, что надо ее повторять, там аскезы определенные совершать. Он пошел на все аскезы, которые там предписывались. Он не говорил своему гуру, что, о, извините, я тогда, когда обещал, был маленький слишком. Я не знал, что это трудно, там четвертый принцип ваш. Понимаете? Он Дхрува Махарадж так не говорил. Он был уверен. Дридаврата, вот это тоже качество очень ценное. Кришна говорит, что мне нравятся те, кто дридаврата, кто верен обетам. Вот тоже Дхрува Махарадж проявил эту уникальную верность обетам еще в детстве практически, в самом начале своей истории. Вот. И здесь говорится также, Шрила Прабхупада говорит, что истории о преданных также приятно и полезно слушать, как о истории о самом Господе. Вот. Это
прежде всего, Шрила Прабхупада имеет в виду знаменитый стих, который стал девизом черноморских фестивалей. Кто-то знает, какой стих из Бхагаватам стал девизом черноморских фестивалей Саду Санга? Никто не знает вообще? Это удивительно. А что, никто не был там? 25 стих 25 главы 3 песни Бхагаватам. Сатам прасангам мамавирья сам видо. Правильно? Там Господь Капила говорит, что надо тесно общаться с преданными. Прасанга – это тесное общение. Не просто санга, а прасанга. Надо тесно общаться с преданными, потому что в их обществе можно слушать мамавирья о моих доблестных деяниях. Господь Капила говорит, можно слушать. Вот. И там же он в этом стихе, он говорит, хрит карна расаяна катха. Да? Вот что эти повествования, это карна. Как раз вот, как Шрила Прабхупада говорит, слушать приятно. Да? Вот. Карна расаяна, то есть это особый тоник для слуха, говорит Господь Капила. Хрит карна расаяна катха. Вот. И почему Шрила Прабхупада говорит вот так, что также важно слушать о деяниях преданных, как о деяниях Господа? Это принцип тадия, так называемый. Тадия. Да? Тадийным самачарам. Тадия – это то, что связано, как бы, то, что принадлежит. Кришна тадия – это прежде всего преданные Кришны, они принадлежат ему. Вот. И этот принцип тадийным сформулирован в Падма-пуране, там Шива говорит своей супруге: «Араданам сарвешам вишнорараданам парам тасмат паратарам деви тадийным самарчанам». Вот. Он говорит, что из всех видов поклонения выше всего поклонение Вишну, но еще выше о Деви. Так? Вот как к жене надо обращаться. О Деви, богиня, тадиенам самарчанам. Еще выше это служение тадиенам, служением тому, что связано с Господом и прежде всего с преданными. И точно так же, как служением Господу является шраваном, да, слушанием, мы знаем, но также слушание о преданных также является очень ценным, даже более ценным служением. И, наконец, последняя тема здесь у нас – это преодоление страданий благодаря Бхактир Бхагавати, да, благодаря преданному служению. Опять-таки, не простому преданному служению, не все, что может считаться преданным служением, избавляет от страданий, а конкретное преданное служение какое? Чистое. Да, чистое. Потому что это же Рупа Госвами говорит о качестве бхакти, значит, клеша гни, да, то же слово, которое у нас здесь, клеша гни. Гни, значит, уничтожает. Бхакти уничтожает страдания с самого начала, даже на стадии садханы. Вот. Но это имеется в виду чистое преданное служение, потому что Рупа Госвами другие варианты не рассматривает. Бхакти Расамрит Синду, соответственно, у нас в Нектаре преданности тоже надо иметь в виду, что речь идет о чистом преданном служении, без примесей, особенно без примесей в цели этого служения. Потому что так-то, знаете, на первых этапах примеси практически неизбежны. Да? То есть на первых этапах мы можем ведь все в преданном служении совершать как бы на всякий случай. Хуже не будет, как бы.
да, там. А вдруг, правильно, вдруг действительно станешь богатым, да, как здесь вот сказано. Почему бы не попробовать? Оно особо там не обременительно, там подумаешь, повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нет проблем. А тем не менее, да, вот много обещается. Вот, но действительно, вот качество клеш-агни проявляется, когда примесей уже нет практически. И об этом очень много есть указаний в шастрах. Строго говоря, с этого Бхагаватам начинается вообще. Тапот район Муланам. Кто-то знает, откуда это Тапот район Муланам? Знакомо звучит. Тапот район. То есть как раз вот эти тапотрая, три вида сострадания, о которых мы тут говорили уже, муланам, то есть они с корнем искореняются, да, тапот район муланам, они с помощью бхакти искореняются. Никто не помнит, где это говорится, бхагавата. Да, а в каком по счету? Дхарма проджита кайтамутра парамо нирмацаранам сатам. Вот, то есть это когда во втором стихе идет прославление Шримад Бхагаватам, там говорится, что вот его слушание имеет такой результат. И дальше там, буквально там уже в пятой главе, тоже Нарада Муни говорит, да, тапатрая чикитситам. Чикитситам, значит, что средство, что преданное служение является конкретным лекарством от трех видов материальных страданий, неизбежных в материальном мире. Вот, что еще? В седьмой главе знаменитый стих «Шока моха бая пахам», да, говорится тоже, что благодаря преданному служению преодолеваются шока, то есть скорбь, моха, иллюзия и бая. Вот такие страдальческие ситуации преодолеваются благодаря преданному служению. И также знаменитый стих, который Шрила Прабхупада рекомендовал повторять после джапы. После джапы для нейтрализации оскорблений, которые были допущены во время джапы. Это стих, которым фактически открывается десятая песня. Шри Джаганнат Баладев Субхадрамайки. Джай. Шри Шри Гурнитайки. Джай. Вот. И там десятая песня Бхагаватам начинается с того, что Парикшит Махарадж требует ее от Шукадева Госвами. Он произносит знаменитый стих. Это, по-моему, там по счету он четвертый стих в десятой песне. Неврита Тарши Рупагиаманат Бавоша Дачратрамано Бхирамат Каутамашнука Гунанувадат Пуман Вираджита Вина Пашугнат. Вот он говорит там, что Неврита Тарши Рупагиаманат, что вот этот конкретный вид преданного служения, которым я сейчас занимаюсь, да, он слушает Бхагаватам, и он говорит, что не врит татаршайр, что он устраняет этот вид таршу, вот эту жажду, вот эту неудовлетворенность, которая сопутствует материальной жизни и материальному сознанию. Понимаете? В материальном сознании всегда есть неудовлетворенность. Поэтому термин удовлетворение чувств неточный. Нет возможности на самом деле удовлетворить чувства. Понимаете? Вот, тарша, вот эта постоянная жажда возникает чего-то. Удовлетворение – это значит, что получил, и все, и хорош, и больше не надо. А тут все время надо, еще и еще надо, понимаете? Вот, поэтому тарша вот это.
И там же Парикшит Махарадж говорит, что Бавоша Дачаратра, Манобира, что слушание вот это на самом деле лекарство. Вот как Нарада Муни там говорил, чикитси там, да, лекарство, ошади. Ошади – это обычно лекарственные травы, называется ошади. И он говорит, что бавоша да, то есть лекарство от бавы материального существования. Бава – многозначное слово, там есть значение именно материальное существование. Вот. И от него есть лекарство от материального существования. Слушать Бхагаватам. И в конце Парикшит Махарадж говорит, а кто не будет слушать Бхагаватам? Кто уйдет с лекции по Бхагаватам конкретно? Кто может взять, вот, встать и уйти, например, с лекции? Кто это может? И он конкретно там говорит, значит, пашу гнат. Гна мы уже знаем, вот это гна – это убивать, гна – уничтожать. Гнат – это украинское имя, по-моему, да, такое есть? Гнат. Вот, значит, убийца. А вот. И, значит, пашу гнат, значит, убийца животных. Либо пашу гнат – это может означать также самоубийца. Убийца тела подразумевается. Вот. И вот кто, значит, может так взять и уйти с лекции по Бхагавату, понимаете? Две категории. Либо мясники, там, либо самоубийцы. Два варианта. Это авторитетное мнение Парикшит Махараджа. И есть, конечно, еще множество указаний на вот это благотворное действие чистого преданного служения. Множество в шастрах, но мы их, наверное, сейчас не будем все разбирать. Тут целая подборка есть даже таких высказываний из самых разных шастр. Я вот смотрю, значит... Что у нас тут есть? Шестая песня Бхагаватам, третья песня. О, это мама отвечает, значит, Господу Капилу в третьей песне, когда он ей рассказал в основном свое учение, она отвечает ему «Янна Мадхея Шаравананну Киртанат». Яд праванат, яд смаранат, тапик вачит. Швадоппи садья саваная калпате кутапунасте Бхагаван нударшанат. Да. Вот он говорит. Она говорит о том, что даже прарабдха карма меняется. Конкретно вот это к вопросу о действии чистого преданного служения. Что, казалось бы, прарабдха карма – это дело безнадежное, это то, что реализуется уже сейчас, то есть, начиная с нашего тела конкретно, это все прарабдха карма. Но она говорит в этом стихе, что и прарабдха карма меняется. Прямо конкретно она говорит, от слушания и воспевания твоих святых имен. Конкретно. Просто вот если правильно слушать, и повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». То даже вот эта прарабдха карма может измениться. Но просто это надо правильно делать, в этом вся трудность. А так множество указаний в шастрах. Знаменитое вот это в Падма Пуране о прарабдха палам папам. Хута биджа палон мукам. Вот этот стих тоже говорит о том, что это же все уничтожается, да? Краменаева пролиете, вишну бхакти ратакне. Вот. Благодаря бхакти это все уничтожается. Все вот эти наши греховные реакции, последствия прошлого, на разных этапах созревания, они на всех этапах уничтожаются с помощью бхакти, в отличие от других методов, там йога или гьяна, они не на всех этапах уничтожают эти материальные наши страдания. Спасибо. Вот, или там, что у нас еще есть?
Бхагаватам тоже, как и в Падмапуране, упоминается вот это уничтожение папа-биджи, семян греха. Тайстаня гани пуянте тападана врата дибхи надхармаджам таддридаям тадапи шангри севая. Ангри-севая — это служение лотосным стопам Господа. Вот, уничтожает вот эти реакции агани. Агани – это грехи и греховные реакции, одним словом обозначается. Ага, вот этот демон Агасура, он символизирует грех. Вот, так что это качество бхакти надо нам иметь в виду. И из сострадания стараться дать бхакти людям, как можно большему числу людей. Вот это и Господа к нам расположит сразу, если мы будем это делать. Вот, он очень любит, когда к нему новых блудных детей приводят. Да, вот это евангельская притча о блудном сыне. Там она, конечно, в контексте другой культуры излагается, что когда этот блудный сын вернулся к отцу, то отец на радостях зарезал барашка. Понимаете? В другой культуре, так сказать. На радостях надо зарезать обязательно кого-то. Другая культура. Вот. И послушный сынок, который не разлучался с отцом, он даже претензии предъявил. Тоже мясоед, видно, был. Потому что говорит, для меня ты что-то не резал никого. А вот он на тебя вообще наплевал, там, братец мой, там, шлялся где-то, неизвестно. А ты ради него не пожалел даже барашка. По странному стечению обстоятельств, когда я был в Краснодаре, там, значит, глухих заборов нет между участками, и на соседнем участке как раз барашек откармливался там для свадьбы, что ли, я не помню. Значит, там какое-то семейное торжество предстояло, и они барашка завели. Вот он там бегал, резвился, ничего не подозревая, не подозревая той роли, которая отводится ему в этом торжестве. Вот. И, значит, он там был общий любимец семьи, там бабушка сердобольная, там с внучатами, там вот как-то они его звали. Все время там я вот, я джап повторял, и они тоже повторяли его имена, как раз этого барашка. Как-то, Боренька они его называли. Боренька, я вспомнил. То и дело слышно было. Боря, Боренька. Вот. Но в итоге, конечно, все равно зарезали беднягу. Вот. И также произошло вот в этой истории с блудным сыном, но она на самом деле, видите, символизирует вот это желание Господа вернуть к себе своих блудных детей. Потому что души, он же говорит в Бхагавад-гите, что это мои части неотъемлемые. Вот эти все индивидуальные души, там, понимаете, они на самом деле мои все. Вот. А кто-то знает, в каком стихе, в какой главе хотя бы он говорит, что они все мои? Бхагавад-гита тут не модно, по-моему, да, книга? Как? Мама Ивамша Джива Локе, Джива Бута Санатана. Это седьмая глава, насколько я помню. Вот, то есть, мама Ивамша, то есть, Эва, значит, определенно, точно, не сомневайтесь, Кришна говорит в Бхагавад-гите. Амша, мои части, неотъемлемые части мои. Вот, но просто это... Они, конечно, неотъемлемы, но они на длинном поводке. На длинном поводке, поэтому они там бегают всюду, думают, что они независимы совершенно.
Сейчас вот очень интересно, Шрила Мукунда Госвами, один из первых учеников Шрилы Прабхупады в Америке, он перенес очень серьезные две операции подряд там в Австралии, причем ему за 70 уже. Но он, вот что значит уровень медицины за рубежом, да. Но у нас бы угрохали точно с такими операциями человека, 100%. Вот. У нас же там у медиков бодряческая эта поговорка существует, да, что каждый хирург должен иметь свое небольшое кладбище. Вот. А там, там нормально, значит, все прошло очень хорошо, он уже там дома находится, но только дали ему какой-то предмет там, называется pendant, я не знаю даже, что это такое, это тоже какое-то явление западной медицины, какой-то приборчик, который должен висеть все время, pendant, pendant значит что-то висящее. И Шрила Мукунда Госвами сказал, что вот можно очень четко запомнить, как жизнь человека проходит. Сначала он independent, потом dependent и в конце pendant. То есть сначала он независимый, потом зависимый, вот, и в конце вот эта висюлька это дается. Вот. Ну, да, Кришна говорит, что они там думают, что они independent, но на самом деле они все мои неотъемлемые части. И он вот как отец действительно, тем более, что он Ахам Биджа Прадапита, он прямо о себе говорит, что я отец-то конкретно. Вот. И он ждет возвращения этих блудных детей. Причем можно смело возвращаться, не боясь, что он зарежет кого-то там на радостях от того, что мы вернулись. Вот эта встреча, кстати, описывается в Брихат Бхагаватамрите. Я надеюсь, она скоро появится на русском языке. И во второй части там будет вот это возвращение Гопа-Кумара описываться в духовный мир, что Кришна издали его увидел и бросился бежать к нему. А там же пастушки тоже за ним пытаются поспеть. И он даже оборачивается, Кришна, на бегу и Шридаме там своему другу кричит: Шридама, смотри, это Сарупа. Это впервые имя появляется Гопа-Кумара. Представляете, там два тамины вот таких, это история Гопа-Кумара, и имя его в самом конце появляется, настоящее имя. Потому что Гопа-Кумар это значит пастушок просто в переводе. Мальчик-пастушок. Вот. А имя появляется в самом конце. Кришна кричит Шридаме: Шридама, смотри, это Сарупа. Вот. Вернулся наконец. И он даже побежал, он от избытка чувств потерял сознание. Представьте, Кришна потерял сознание Кришны фактически, да? Если спросить, что он потерял в этот момент, то получается, что он потерял сознание Кришны. Но ненадолго, кстати. А вот, ненадолго можно потерять сознание Кришны. Ничего страшного. Вот, об этом, кстати, говорится даже в «Нектаре преданности», да, что там как преданный реагирует на падение, да? Он никак не реагирует, просто возобновляет практику свою и все, и дело с концом. Вот. И, значит, вот видите, если содействовать такой встрече, если вот так вернуть, это, знаете, очень большая заслуга в глазах Кришны. Там... Поэтому, Шрила Прабхупада же говорил, именно поэтому за проповедниками, ну, он конкретно там, он говорил своим распространителям книг, Шрила Прабхупада говорил, что Господь Читания вернется за вами конкретно, вот, когда будете уходить из тела, и заберет с собой, нейтрализовав все ваши недостатки. Вот почему надо проповедовать. Со своими недостатками, ну, ничего не сделаешь, что-то не получается. Вот. Но надежду дает проповедь, вот эта деятельность. И самая простая проповедь – это распространение книг Шрилы Прабхупады. Это прямое участие в проповеди без каких-либо, знаете, сверхчеловеческих усилий. Подумаешь там, выйти без претензий, просто...
предложить книгу и все там, ну, просто пусть хоть обложку посмотрит, особенно книги Кришна, пусть прочитает. И все, и Джива начинает свой путь уже тогда, даже просто прочитав имя, потому что Янна Мадхея, вот мы слышали, Девахути говорит Господу Капиле, что твое имя очень могущественно. Вот, к сожалению, тут грозная надпись требует закончить нашу лекцию. Ну, в общем, я хочу закончить ее, вот, призвав вас всех принять участие в марафоне распространения книг. И вас ждет многообразная милость Господа за это. Многообразная. Начиная с удивительных встреч. Вот это очень интересно там. А Борис Прабу, когда у него спросили, как-то он может книги распространять с 91-го года примерно до сих пор. Он говорит, а потому что это дело очень веселое. Мне нравится, говорит, там все время что-то происходит, какие-то приключения. Так что веселое дело, и милость Господа проявляется и так, и эдак, и прям вообще все... Истины, о которых читаешь, можно реально пережить на Санкиртане. Особенно, конечно, в первую очередь, это то, что мы не тело. Потому что если правильно заниматься Санкиртаной, а именно сосредоточенно на том, что делаешь, этот принцип Кришна в Бхагавадгите тоже предписал. Экиха Курунандана. Эка иха. Ты должен быть сосредоточен на том, что ты делаешь как раз. Вот. Что именно ты делаешь? Что ты участвуешь в проповеди Шрилы Прабхупады, доводишь его вибрацию могущественную, очень могущественную вибрацию Шрилы Прабхупады, ты ее доводишь до адресатов его. Вот. И нормально, и все будет хорошо. Понимаете? Просто такой нехитрой совершенно деятельности. Не бог весть что. Не, без претензий, опять-таки, потому что, я не знаю, 10 миллионов в Москве, да, человек? 15. Представляете, 15. Что вы прицепились к одному несчастному? Отпустите его. Вот. И давайте как можно больше людей должны получить этот шанс. Просто там хотя бы увидеть, вот, прочитать там на обложке Кришна. Харинам Санкиртна Яги Ки, марафон Прабхупады Ки, Гор Премананди. Гранта Расимад Бхагаватам Ки, Шрила Прабхупада Ки.